требуется менеджер по персоналу. Обязанности: подбор и адаптация персонала, работа с кадровой документацией. Требования: умение работать в команде и индивидуально. Обучаемость: пятидневная рабочая неделя, оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Доход 27,5 тысяч рублей. Телефон в Самаре 248-36-67. Продается или меняется на квартиру в Самаре небольшой новый дом в селе Красный Яр, поселок Городцовка. Дом со всеми удобствами, ремонтом, мебелью. Участок 12 соток. Телефон 8-927-002-71-71. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров. Свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8-927-265-30-75. Продается дом, 74 квадратных метра, в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8-927-725-21-59. Срочно продается отличная двухкомнатная квартира на втором этаже 16-этажного дома по адресу город Тольятти, улица Кудашева, 110, рядом с паркхаусом. Дом расположен в экологически чистом месте. Рядом развитая инфраструктура, охраняемая парковка, детские площадки. В подъезде консьерж, два лифта. Квартира с предчистовой отделкой. Стяжка пола, штукатурка стен, электроразводка, счетчики. Окна выходят во двор. Общая площадь 63 квадратных метра, жилая 35 квадратных метров, одна комната 20 квадратных метров, вторая 15. Санузел совмещенный 5 квадратных метров, кухня 11 квадратных метров. Преимущество квартиры: собственник взрослый, документы готовы, низкая цена. Звоните по телефонам в Тольятти 8-964-969-69-92 или 71-33-42. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8-937-651-86-26. Продается культиватор «Техас». Параметры: длина 1210 мм, ширина 590 мм, высота 1020 мм, рабочая ширина 50 см, рабочая глубина 33 см, скорость вращения 91 оборот в минуту, вес 45 кг. В эксплуатации был 2 сезона, цена 16 тысяч рублей. Телефон 8-906-344-34-35. По благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия 26 июня в храм преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы прибывает частица мощей преподобного Александра Свирского из монастыря в честь его имени, расположенного на севере Ленинградской области, великого подвижника 15 века. После литургии и крестного хода состоится водосвятный молебен. Далее мощи будут пребывать в различных храмах Самарской митрополии. Адрес храма: улица Ташкентская, 159, территория Самарской областной клинической больницы имени Середавина, бывшая больница имени Калинина. Телефоны 959-48-67, 8-937-071-82-17. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333-30-81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал-Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafapersonal@mail.ru. Телефон 272-37-57.
город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала работа.ру. Улица Дзержинского, 98, первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий», улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время», улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления», улица Кирова, 46. Телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна», улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия», улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя», улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты реклама@губерниятв.ру.